Сегодня вступают в силу изменения закона о СМИ. Документы расширили дополнительными понятиями и терминами, а именно сетевое издание, интернет-ресурс и его владелец. Для последнего впервые установлены права и обязанности, в числе которых идентификация пользователя, которую можно осуществить через соцсети и электронную почту. Накануне прокомментировал изменения в программе «Клуб редакторов» министр информации. Ничего сверхъестественного не случилось. Просто люди обозначат свою позицию. Тем более никто ж не говорит, что надо выступать под своей фамилией с комментарием в том или другом ресурсе. Главное, чтобы владелец этого ресурса знал, кто прислал этот комментарий. В законе также предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского производства. За 2 года все телеканалы должны выйти на уровень минимум в 30% национального контента.